Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Необычное предложение. Вы только полюбуйтесь. Это двойная сковорода с грилем. Как она устраивается? Как Итак, дело все в том, что это настоящая сковорода на плите. Готовим с эффектом духового шкафа. Все очень просто. Вы закладываете продукты. Абсолютно могут быть любые овощи, допустим, мясо или рыба. Закладываете и ставите на плиту. Потом готовите, и у вас получается такой результат. Главное, что у вас получается с эффектом духового шкафа. Даже если у вас нет, вы готовите на плите. Вы не пачкаете рядом столешницу и плиту, а самое главное, готовьте абсолютно любые блюда. Это с эффектом настоящего гриля. Слушайте, гриль дома на плите, да это же просто мечта. Вы только полюбуйтесь, как легко и просто можно приготовить. Делайте заказ сейчас. Ну и давайте посмотрим саму технологию, как пользоваться двойной сковородой с грилем. Мы закладываем все продукты. Все очень просто. Курицу можно ее подмариновать. Закладываем перец. Вы закладываете овощи, какие у вас есть. У нас, в частности, были баклажаны. Можно положить кабачки, томаты в качестве соуса получится у нас. Потом закладываете специи. Это соль, перец, розмарин. Закрываете, оставляете ровно на 40 минут. И получается у вас вот такой вот результат. Вкусный результат! Такая прелесть! Полюбуйтесь, какая цельная курица у нас уже приготовилась. Совершенно верно. Главное, что мы не отправляли в духовой шкаф и легко ее приготовили прямо на плите. За счет специальной герметичной части, за счет того, что наша объемная сковорода идеально готовит даже большого цыпленка. А значит, вы можете приготовить большое количество еды даже на всех членов семьи. Ой, слушай, я знаешь, что я вспомнила историю? Мы в прошлом году на майские праздники ездили к друзьям. Так. Отмечали майские праздники, делали на мангале, значит, шашлык, все приготовили, поставили, ну, все в предвкушении, так, на природе. Что ты думаешь, пошел дождь, ничего у нас не получилось. То есть из-за погоды нам не удалось насладиться блюдом на мангале. А теперь мы с вами готовим дома на двойной сковороде с эффектом гриля да. и получаем, как на природе, тот же вкус. Ну, пойдемте со мной, я расскажу сейчас немножечко особенностей. Вся наша сковорода покрыта каменным покрытием. Внутри и с этой части, и с этой части. Смотрите, бывает такая ситуация, когда вы пожарили, очень тяжело потом отмыть, но не тут-то было. Мы одним движением ее просто протираем, и нашу сковороду не придется мыть. Кроме того, каменное покрытие у нас не только внутри, но и по бокам. Это говорит о том, что здесь также будет очень легко ухаживать. Но теперь давайте я расскажу еще, какие есть преимущества у нашей сковородки. Делайте свой выбор сейчас, вы сами видели, это двойная сковорода, это двойная удача, это эффект гриля, вот они полоски, и тут у нас еще и эффект духового шкафа. Делайте свой выбор, это сковорода с двойным грилем, это сковорода за 1999 рублей. Знаешь, да. Олег, что мне нравится? Она большая. Да, совершенно верно. Ну, пойдемте со мной, раз вы смотрите и хотите, чтобы я что-то приготовил. Давайте. Пожалуйста, давайте посмотрим. Смотрите, мне нравится то, что размер этой сковородки 32 на 24. Это говорит о том, что здесь помещается большое количество еды. Смотрите, вы разогреваете ее и укладываете, например, шашлыки. А обычно, когда мы делаем это на природе, то нам погода мешает, то мы угли не можем растопить. Руки кривые, то есть руки такое. Кривые. Здесь, смотрите, да, гарантированно. Мне нравится то, что вы поместили. Много. Кстати, маринуется шашлык очень быстро. Ой, не расскажи, надо его очень долго. Простой рецепт. Но если вы делаете из говядины или свинины, все в зависимости от части. Вы маринуете его в течение 40 минут, закладываете горчицу. Я в соевом соусе Ой, очень люблю. Вкусно. Можно немножечко мед добавить. Все, заложили. Перчик обязательно сверху кладете, чтобы он придал свой аромат. Дальше, друзья мои, смотрите, одно движение, и вы закрываете, потому что здесь присутствует, здесь идеально магнит. Смотрите, вы зафиксировали, и все. Силиконовая ставка позволяет вам идеально перевернуть например, вашу сковородку и не испачкать, например, столешницу или, например, плиту. Это очень удобно. Смотрите, одно движение, вы переворачиваете и здесь готовится. Пойдемте посмотрим, что еще можно приготовить.
Друзья легко мои. И просто вы будете готовить на двойной сковороде с грилем, получать результат как на мангале, и никакие погодные условия вам не помешают. Посмотри, какие огромные рыбы. Рыба, кстати, идеально также помещается сюда. Надо минимум масла добавлять, это ваше здоровье. Смотрите, вы берете, выкладываете ее, пожарили. Кстати, рыбу особенно не надо переворачивать несколько раз. То есть достаточно того, что создается именно температура, герметичная температура, ну и распределяет правильно тепло. Друзья мои, давайте сейчас пойдем на чистой нашей сковороде гриль, узнаем, как она устроена и в чем ее преимущество. А самое главное, успейте дозвониться. У нас сейчас уже выстроилась на очередь в колл-центре, потому что такая потрясающая долгожданная сковорода сегодня, да еще и с максимальной выгодой, отправляется к вам. Вот эти три огромные рыбы у нас поместились и приготовились в двойной сковороде с грилем. Олег, видел, у нас цена упала во время прямого эфира. Она снизилась. Это просто сегодня сногсшибательное событие. Воспользоваться им нужно обязательно. Ну а теперь давайте знакомиться ближе, изучать ее детально. Вот, двойная сковорода. Итак, рассказываю, в чем преимущество. Во-первых, она полностью герметична. Это к чему я вам говорю. То есть вы создаете эффект духовки. Вы никогда не испачкаете столешницу или плиту. Потому что, друзья мои, посмотрите, здесь имеется силиконовая ставка. Вы положили именно сюда еду, закладываете, закрываете магнит. Она сама защелкнулась. Совершенно верно. Я хочу показать, что здесь есть магнит. Вот он фиксирует. Одно движение, вы и зафиксировали. Но я хочу рассказать вам следующее, друзья мои, давайте покажем, что она настолько герметичная. Давай, я хочу провести. Просто показать. Я заливаю воду, дальше я ее полностью закрываю и приподнимаю. Если бы это была простая, допустим, не силикон, а резина, а резина деформируется при температуре. Здесь мне нравится то, что герметичное закрытие позволяет вам, смотрите, показываю меня в полный рост, показываю, что здесь вы переворачиваете, и она абсолютно не протекает. Это говорит о том, что вы никогда не... Смотрите, здесь еще раз переворачиваем, ставлю и показываю, что здесь целый стакан воды. Давайте покажем с верхней камеры или просто поближе. Я не могу. Вы видите, вот она вода. Она никуда не делась, ничего не пролилось, ни капельки. И это двойная сковорода с эффектом гриля. За 1999 рублей цена. Вы экономите 1400, и вы получаете сковороду, которая позволит вам готовить как на мангале, неважно, какие погодные условия. Это крылышки. У нас, да, куриные крылья мы приготовили не на углях, а прямо на плите. Мы приготовили при помощи нашей сковородки, двойной сковородки гриль. Мы приготовили с эффектом духового шкафа. Кстати, не использовали ни мангал, не использовали ни барбекю. Сделали это идеально и не испачкали вашу столешницу или, например, плиту. Сделали идеальной корочкой, за это отвечает кованный литой алюминий. Ну и, конечно же, друзья мои, то, что здесь каменное покрытие. Мне это тоже очень нравится, значит, очень простой уход. Посмотрите, какое огромное количество. Слушай, ну можно гостей созвать, стол накрыть и абсолютно легко и просто в сковороде приготовить как на гриле. Румяные, вкусные, как в ресторане. Делайте блюда, как в ресторане. Делайте блюда, как на природе, на мангале. Ведь мы скоро поедем на природу. Возьмите с собой свою сковородку, и вы сегодня с первым заказом получаете еще и золотую бонусную карту. Успейте заказать. Это хитовое предложение, которое может закончиться в любую секунду.